Старшеклассникам Сергиево-Посадского округа помогают с выбором профессии. В пансионате «Восход» для отряда ребят, которые входят в движение первых, состоялась профориентационная встреча. О профессиях и их перспективах рассказал технический директор ООО «ОТС», депутат окружного совета Сергей Карнаухов. Он порекомендовал ребятам обратить внимание на те профессии, где в ближайшее время технологии не смогут заменить человека. Когда вы будете выбирать свою специальность, вы можете в голове представить, может ли она быть в ближайшие годы автоматизирована, просчитана и упрощена. Сергей Карнаухов также посоветовал сделать выбор в пользу среднего специального образования, потому что спрос на технических специалистов сейчас высок как никогда. Об этом сказал и один из организаторов встречи, руководитель движения первых по Сергиево-Посадскому округу Ирина Ануфриева. И в техникум происходят еще дополнительные профессии. Вы можете выйти уже с дополнительными сертификатами другой специальности. При постоянной нехватке кадров через 5 лет, когда ребята выучатся, работы будет еще больше. Поэтому если мы сейчас не будем думать о том, как они получат образование и выберут специальность, надеемся, ближе к нашему профилю, но это не важно в масштабах общих, да, то нам через 5 лет будет без них тяжело. Безработица в стране практически отсутствует, специалисты на расхват. Профориентационные встречи в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией» организует «Молодая гвардия». Такие мероприятия сейчас проходят по всему Подмосковью. Фокус у нас как раз-таки на ребятах 7-9 класса. Нам по большому счету не важно, к какому движению или к какой организации они относятся. Нам важно, что это именно школьники 7-9 класс. И то, что мы можем их привлечь к работе по тем специальностям, которые на данный момент в экономике их не хватает. В перспективе молодой гвардии планируют не только приглашать руководителей предприятий на профориентационные встречи, но и организовывать для школьников экскурсии на предприятия. Продолжить эту работу в местном отделении намерены после завершения летних каникул. Татьяна Мельникова, Антон Коврижных, ТВР-24.